настроение и приятного просмотра. Сегодня мы играем в Warframe. Вот. Продолжим, так сказать, обычные будни нашего ниндзя в будущем. Так, что мы будем делать? Давайте посмотрим. О! Что-то новое. Сектор. Чего-чего-чего? Страта релей. Страта релей. Веспер релей. Что-то новенькое добавили. Ну, интересно. Давайте посмотрим, что там у нас на земле. Вот она. Миссия хаб. Слетаем, посмотрим, что из себя представляет эта миссия. Попробуем пройти соло. Новая какая-то станция. Красивая. Только почему-то все корабли такие же, как у нас. Хаб. А может быть, этот торговый хаб? Не исключено. Давайте пройдемся. Да. Да-да-да-да-да. Вон и народ ходит. Кто-то улетает, тут пролетает. Да, это что-то типа... Да, здесь красиво. Это, судя по всему, торговый хаб. Интересно так сделано. Warframe Arena. Да, красивое место. Еще не переведено. Это что-то новое. А, и новая валюта появилась. Приклад. Нижнее плечо. А, это что можно добавить в список на продажу ниже? 10. Ну, мы во всяком случае знаем, что мы можем что-то продать. Так, сюда мы можем зайти. Этот клан, на который мы работаем. Синдикат, вернее. Как интересно. Репутация. Да. Да, оружие какое-то. Да, сделали, конечно, намного лучше. Поговорить. Нам немного не хватает денег для того, чтобы поднять призвание.
Звание верну. Вообще супер сделали, молодцы. Грамотно. Это лифты, наверное. Потрясающе. Потрясающая красота. Да, здесь можно походить, побегать. Туда нельзя. Пока закрыто. Может быть из-за нашего уровня, может быть из-за чего-нибудь другого, или здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь что у нас? Всякая амуниция. Здесь с кем поторговать можно. Просто потрясающе. Отличная серия выходит. Теперь у нас есть новое место. И можно походить, пообщаться. Функционально не доделали. Вот здесь-то вот есть. А здесь нету спуска. Консорциум какой-то. Боже мой, красота-то какая. Тут байки травят здесь. Да, у всех по-разному все сделано. Очень интересно. Thank you.
Здесь на центральный получается выход. Туда еще можно по прямой пройти. Сейчас здесь еще Красная Воля посмотрим. Да уже стильно. Можно посмотреть профиль. Знаки отличия. Просто потрясающе. Великолепно просто. Стильно. С каждым разом игрушка все лучше и лучше. Теперь еще и синдикат имеет свои представительства. Просто замечательно. Здесь еще можно посидеть, посмотреть еще и планеты. А здесь что у нас? Везде теперь появились. Если на английском, правда. Давай покинем. В принципе, мы прошлись хорошо, уже увидели, посмотрим, чем-нибудь отличается. Вот земля, например, и ну, пусть Фобос будет. Диверсия. Мы еще никуда туда не дошли. Так, хорошо, значит, на Марсе есть. Вот добавили еще какие-то, как мне кажется, хотя могу ошибаться. Нету, хорошо, на Юпитере, мы же где-то видели. Сатурн. Здесь корпус вторгается.
Как все интересно-то. Да, вот. Давай туда слетаем, посмотрим. Хотел зайти покачать Warframe и другое оборудование, которое заполярил. Мне кажется, одинаково. Есть тут карта? Да. Ну-ка. Здесь у нас есть что-нибудь? Нет, нету. Да. Они везде одинаковые, просто разные. На Земле вот много народу, а здесь что-то как-то мало. Как раз разные дёдзи. Ну, очень стильно сделано, боже мой, как красиво. Да, на втором этаже единственное там что-то было. Если у нас есть возможность, опять нет возможности. О, есть. Вот здесь вот мы были, маркет. Маркете пока ничего. Получается, у него только один маркет и все. Здесь, скорее всего, что-нибудь будет. Вот туда проход. Там большой проход. Ну, имеем представление. В качестве, наверное, дублирование. Зайдем, глянем. Нет, то же самое. И здесь будет сидеть, да. Ну что я могу сказать? Ознакомительное путешествие на торговый хаб с новой валютой. Это хорошо. Давайте посмотрим, что там у нас на Земле. Вот она. Миссия хаб. Слетаем, посмотрим, что из себя представляет эта миссия. Попробуем пройти соло. Новая какая-то станция. Вон и народ ходит. Кто-то улетает, кто-то пролетает. Да, это что-то типа... Красивая. Только почему-то все корабли такие же, как у нас. Хаб. А может быть, этот торговый хаб? Не исключено. Давайте пройдемся. Да. Да. Ну, что? Страта релей. Страта релей.
Веспер, что-то новенькое добавили. Ну, интересно. То же самое. Хорошего настроения и приятного просмотра. Сегодня мы играем в Warframe. Вот. Продолжим, так сказать, обычные будни нашего ниндзя в будущем. Так, что мы будем делать? Давайте посмотрим. О, что-то новое. Сектор. Чего-чего?